Сегодня в половине шестого утра горела квартира по улице Лазарева. На место происшествия прибыли спасатели. На момент их приезда открытым пламенем горела квартира на втором этаже двухэтажного жилого дома. На месте пожара обнаружено тело 78-летней хозяйки. Через полчаса спасатели ликвидировали пожар на площади 20 метров квадратных. Причина пожара устанавливается. Кроме этого, на днях случился подобный пожар. В службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Преображенская. На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 24 человека личного состава. Спасатели эвакуировали 3 человек. В результате пожара повреждены 2 квартиры. Сложность тушения пожара заключалась в том, что здание относится к ветхому фонду, в котором перекрытие из тростника. По месту вызова погибли 2 человека. Причина пожара пока не установлена. Дым был на третьем этаже в перекрытиях, поэтому мы сразу подумали, что это мы горим. Кто-то поджег, может быть, бомжи. И мы думали, что это мы горим. А потом уже, когда мы приехали, все собрались, мы увидели, что горит уже в окне. По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит загорание двухъярусной квартиры на общей площади 100 метров квадратных.